По словам министра иностранных дел, в качестве эксперимента такую работу в ближайшем времени было решено провести в некоторых российских регионах. Как отметил в свою очередь Вениамин Кондратьев, если включить в их число Краснодарский край, это значительно увеличит количество туристов из зарубежных стран. Краснодарский край – это не только регион, где развивается агропромышленный комплекс, промышленность, но, конечно, и туристический регион. И сегодня в целом в крае отдыхает около 15 миллионов туристов, и из них только 6% – это иностранные туристы. Просим вашей поддержки, чтобы все-таки хотя бы для города Сочи ввести электронную визу. Я надеюсь, она намного упростит возможность иностранных туристов приезжать в Сочи, самый главный курортный город, который есть на Черноморском побережье. Электронная виза для нас дело новое. Мы сейчас осваиваем этот опыт. И правительство приняло решение в порядке эксперимента, если хотите, ввести электронные визы для территорий, которые находятся в свободном порте Владивостока, и для Калининградской области. И по мере того, как мы освоим эту форму работы, по мере того, как мы поймем, насколько наши зарубежные партнеры готовы действовать на основе взаимности, конечно же, будем рассматривать и ваше обращение, и при всех обстоятельствах будем делать все, чтобы туристы сюда приезжали. Впрочем, интерес к Краснодарскому краю растет не только у иностранных туристов, но и бизнесменов из зарубежных стран. Сергей Лавров во время встречи отметил высокий инвест-потенциал Кубани. Край уже устойчиво входит в пятерку самых привлекательных с точки зрения инвестиций регионов Российской Федерации. И мы будем этому всячески содействовать по линии Министерства иностранных дел. Мы с вами договорились провести вскоре презентацию Краснодарского края в нашем Министерстве иностранных дел. Мы ее подготовим на высшем уровне. Уверен, что это привлечет дополнительных партнеров для Краснодарского края. Я хочу от себя лично поблагодарить вас за то, что вы, конечно, делаете большую политику и, делая большую политику, помогаете нам делать нашу экономику в регионах, в муниципалитетах. Ну а мы, делая экономику в муниципалитетах и регионах, помогаем вам делать большую политику, потому что это все взаимосвязано, и только это все вместе дает результат. Я не хочу, чтобы нас заподозрили в обмене комплиментами и любезностями, но наша внешняя политика, она опирается на внутреннюю. И чем устойчивее, чем быстрее развиваются наши регионы, чем богаче живут люди, чем оперативнее решаются проблемы, тем прочнее та опора, которая обеспечивает нашу внешнеполитическую деятельность. На Кубань Сергей Лавров накануне прибыл с рабочим визитом. Министр иностранных дел страны принял участие в российско-германской конференции, которая в эти дни проходит в Краснодаре.